Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Итак, дорогие друзья, мы отправляемся с вами на главную центральную базу в Афганистане, чтобы эвакуировать капсулу с искусственным интеллектом, чтобы разоблачить Эмериха. Кстати, у нас здесь по заданию, да, есть еще дополнительное задание эвакуировать пленника, но я не знаю, сработаются ли они вместе, можно ли будет их два сразу выполнить, пока мне это неизвестно. Плюс ко всему у нас ребята выполнили, да, внешнее задание. Давайте отправим куда-нибудь еще их, чтобы зря не сидели. Что у нас тут есть? Щиты, пулеметы, дробовики, мины, приманки, камера наблюдения. Ну вот давайте, наверное, на камеры наблюдения отправим их. Пусть поуничтожают. Так, и давайте сразу тогда заберем награды. Отлично. Взял я с собой дедога, потому что мы с вами будем сейчас собирать всех подряд. Миссия будет длинная. Возможно, даже растянется на две серии. Но, конечно, бы не хотелось. Почему надолго? Потому что у нас не хватает людей, нам надо побольше их сейчас на свою базу транспортировать. Так, вот у нас первое лицо есть. Так, там второй. Хорош, кстати. Тоже хорош. Так что давайте сразу. Пока у нас, кстати, дедок никого здесь не видит. Только двоих. Так, куда ж ты лезешь у нас? Не знаю, попал, не попал ему в попу. Сейчас, по-моему, попал. Да, отлично. Так, давайте забирать. Правда, при этом мы сначала их допросим. Where are your friends?
Так, специалист, это хорошо. Так, здесь я его смогу? Смогу зафултонить. Нет, не делай этого! Subject on board. Leave the rest to us. Where are your friends? The map has been updated. Так, ну что ж, продвигаемся дальше. Я так полагаю, нам сейчас надо будет вырубить электричество. You gotta extract him. Didi. Так, противник обнаружил. Еще одного. Так, ну, во-первых, надо будет заминировать. Всем боевым группам, это КП. Вышел из строя целый ряд ламп. Похоже на проблемы с электроэнергией. Ближайший патруль. Проверить сеть питания. Ну и кто же у нас Зоя 6? Понятно. Можно, в принципе, наверное, выйти, да? С какой стороны он побежит-то? Ну, вроде напрямую, да, бежит сюда. Отлично. Так, допросим. Так, все далеко, это хорошо. Плюс здесь у нас есть радар и рация. Я думаю, нам тоже стоит его заминировать. Конец, наверное, наведем тут мы шумиху, если, конечно, не забудем. Analysis complete. Тоже хорош. Рация. Analysis complete. Блин, все двери закрыты. Приходится взламывать. Но вот полезного там, если честно, ничего пока нет. В принципе, тут патроны были, да, для глушака. Вернее, усыпляющие патроны. Не для глушака, а для усыпляющей. Глушака не было, к сожалению. Так, ну а здесь пусто. Ничего нет. Продолжаем движение. Здесь не электростанция. Analysis complete. Так, простой терапевт.
У нас, кстати, здесь частенько машина ездит. Ее можно будет, кстати, тоже забрать. Как-нибудь. Нет, не делай этого! Spit it out. Where are the others? The map has been updated. Так, все далеко находятся, это хорошо. Но я думаю, я не буду больше допрашивать здесь. В принципе, они только специалистов показывают, пленных не показывают, так что миссии не совпадут, скорее всего. У нас, кстати, здесь есть, по-моему, вход. Вот в этот бункер, да? Да. Так, стоп, это у нас и есть капсула наша, да? Ну да, по идее, да. А, дедок у нас там остался. И данный интеллект нас очень долго ждал. Здесь, в принципе, ничего нет полезного. Давайте заходим внутрь. Все интересное, все там. Так, ресурсы забрали. Да подожди, ты сейчас до тебя доберемся. Интересно, поднимет ли тревогу? Boss, head for Yaha-Ohu supply outpost and secure the man on fire's body. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, and this man on fire who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgan. Ох, какой хороший, а. Analysis complete. Я прям хочу его взять. Что? Ну а ты спать-то будешь? Отлично. Так, хорошо. Ой, кто-то еще бежит у нас сюда. Ну ладно, пусть поближе подойдет. Кстати, насколько он хорош. Тоже хорош. Так, дедок, отойди.
спать будешь? Да что ж такое-то? Никак не хочет, а? Так, что, допросим? Так, но все-таки смогу ли я выполнить здесь второстепенную миссию с пленным? Так, это у нас что? Переработанные материалы, переработанные материалы. Так, ладно. А, у нас тут есть награды. Надо будет их забрать. Добровольцы, отлично. Так, стоп. Так, ну пока вроде тишина. Отправляем на следующее задание, да, побочные? Ой, на внешние задания. Please select a mission. Так, щиты. Ну давайте, пусть одни пойдут на щиты. Unit dispatched. А других отправим, ну, вот сюда. Unit dispatched. Еще один идет. Analysis complete. Терапевт, ранг А+. В принципе, хорош, да? Можно будет и его взять. Давайте посмотрим. Ох ты. У нас там транспорт едет. Так, по-моему, засекли. Надо было мне его цепануть, да и все. С собой. Так, сразу все забегали, забегали-то как. Ну ладно, фиг с тобой. Задание-то мы выполнили. Контейнеры, конечно, я бы забрал бы с собой какие-нибудь. Ну, что-то встал. Так, глушак на исходе. Нет, не получится. Транспорт. Не успеем. Я, конечно, хотел бы попробовать электромагнитную мину, но что-то как-то не получилось у меня.
не успел. Ну, в принципе, я так думаю, нам уже можно возвращаться. Вряд ли что-либо мы здесь найдем еще. Хотя есть контейнеры. Давайте заберем их. Благо, все далеко. Радар ПВО, кстати, у нас тут есть. Надо будет тоже его заминировать. Ага, ресурсы. Наверное, покидать будем базу. Задание мы выполнили. Теперь отправимся на поиски горящего человека, его тела. Уничтожил. Возвращаемся на базу. И потом уже отправимся тогда с вами на поиски тела. Собираем растения, пока он там у нас прилетит. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!